Здравствуйте, в эфире информационная программа «День республики», в студии Чингиз Тихонов. 547,5 миллионов рублей займов выдал нашим предпринимателям Фонд развития Республики Калмыкия в этом году. И это на 333,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. За два года действия программы создано 264 рабочих мест. Растет и количество реализуемых проектов. Из 39 заявок на общую сумму 761,5 миллиона рублей, одобренных за два года, на этот год приходится 30. Они выданы на проекты в различных отраслях экономики. В обрабатывающей промышленности реализуется 11 проектов, в сельском хозяйстве 12. В сфере услуг 4 проекта, строительные отрасли 3. Высокие показатели говорят, что эта мера поддержки хорошо себя зарекомендовала. Кстати, реализуем ее в рамках индивидуальной программы развития региона. Радует заинтересованность земляков в развитии своего дела. А это, соответственно, и вклад в социально-экономическое развитие региона и снижение напряженности на региональном рынке труда. Поручил правительству региона продлить и расширить эту востребованную меру поддержки, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев подробнее рассказал о создании Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, которое ведется по поручению президента страны. Напомню, для размещения пилотных центров выбраны Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Чеченская республика, Хабаровский край, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменьская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В программу обучения входит история России, огневая, инженерная подготовка, робототехника и управление беспилотниками, тактическая медицина, физическая и психологическая подготовка. Внимание будет уделяться формированию навыков действий в экстренных ситуациях, проведению открытых уроков мужества, лекций и посещению тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Задача за первый год подготовить порядка 45 тысяч человек. Потом, по мере увеличения количества центров, это количество обучающихся будет увеличиваться. Сейчас мы начали подготовку инструкторов. Пока отбор. После отбора они поедут в ГУДРМЕС, пройдут программу подготовки, сдадут экзамены. И те, кто будут допущены до дальнейшей преподавательской работы, выйдут в регионы и начнут работать. Параллельно уже сейчас идет отбор обучающихся. В свою очередь глава Калмыкии в своем выступлении отметил, что идея создания центра была востребована давно, а сейчас это еще более актуально. Для Калмыкии является большой честью также быть участником этого проекта. Всем огромное спасибо за ваше участие, за ваше неравнодушие. Мы вместе и мы победим. Суд заменил жителю Кибрульского района условный срок на реальное лишение свободы. Приговором Элистинского городского суда 12 ноября 2021 года житель Кибрульского района осужден за совершение кражи с проникновением в жилище к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчина систематически привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Он не исполнял возложенные на него судом обязанности. Органам исполнительной инспекции в суд было направлено представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания. Суд с учетом мнения прокурора заменил осужденному наказание на лишение свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Постановление в законную силу не вступило. В отношении бывшего врача поликлиники медико-санитарной части регионального МВД возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в период с июнь по июль 2020 года кандидат на службу в органы УФСИН России по Республике Калмыкия проходил медицинское свидетельствование медико-санитарной части МВД по Республике Калмыкия, в ходе которого одним из врачей военно-врачебной комиссии ему поставлен диагноз, препятствующий назначению его на службу. В июле 2020 года подозреваемый, являющийся врачом медико-санитарной части МВД по Республике Калмыкия и состоящий в составе военно-врачебной комиссии в качестве члена комиссии, действуя из корыстных побуждений, введя в заблуждение родственника кандидата на службу о положительном решении вопроса прохождения военно-врачебной комиссии, понимая, что не обладая такими полномочиями, получил обманным путем от него денежные средства в размере 12 тысяч рублей, а также тушу барана, которыми распорядился по своему усмотрению. Сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
В Калмыкии за последние сутки подтверждено 20 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением выписаны 8 пациентов, 9 жителей республики проходят лечение в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи. С начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день важным является привлечение общественного внимания к проблеме взяточничества во всем мире, а также предупреждение этого социального зла. Борьбе с негативным явлением в Калмыкии уделяется особое внимание. 2 года назад в республике было создано Управление по противодействию коррупции при главе Калмыкии. Продолжение в нашем следующем видеоматериале. Главной задачей управления – предупреждение коррупции, а также минимизация и устранение последствий коррупционных нарушений. В первый же год организация показала свою эффективность на деле. Проанализировано около 1100 сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера должностных лиц. В результате проверки информация о нарушениях направлена в органы прокуратуры. В этом году управление ведет плодотворную работу в том же направлении. За время работы управления нами накоплен определенный опыт в проведении своих собственных проверок. Также нами на постоянной основе осуществляются взаимодействия с перечисленными мной подразделениями органов федеральной власти. Мы анализируем их проверки, они делятся с нами своими мыслями по поводу дальнейшего развития, там, например, нормотворчества, да, в республике. На сегодняшний день у нас уже подготовлены законодательные инициативы, подготовлены несколько указов главы республики. Для государственных учреждений у нас введены антикоррупционные стандарты. Ожидаем их имплементацию к середине декабря. В следующем году будем внимательно анализировать, насколько эффективно эта мера работает. В случае необходимости готовы вносить определенные коррективы. Будем опираться в том числе и на практическую сторону этого вопроса. Наличие горячей линии значительно повышает эффективность работы. По телефону могут обратиться все граждане и сообщить о фактах коррупции. Сотрудники управления реагируют на каждое такое сообщение. Все звонки обрабатываются, обо всех фактах неправомерного действия докладывается лично главе республики. И это является хорошим подспорьем для того, чтобы устранять коррупционные правонарушения и также устранять обстоятельства, которые способствовали этим коррупционным правонарушениям. Также наши жители могут использовать электронную почту для взаимодействия, а также использовать формат, когда мы осуществляем приемы граждан в районных муниципальных образованиях. Поэтому мы всегда готовы на контакт, ждем ответные реакции наших жителей. Надеемся на плодотворное сотрудничество. На сегодняшний день в управлении работает 13 человек и функционируют 2 отдела. Это отдел проверок органов государственной власти и органов местного самоуправления, отдел профилактики коррупционных правонарушений и правовой работы, а также сектор организационной, финансовой и кадровой работы. Сотрудники организации считают, что важно исключить формальный подход. Руководством страны и республики ставятся конкретные задачи, на решение которых нацелены нацпроекты и госпрограммы, а потому необходимо обеспечить эффективный контроль за освоением бюджетных средств, чтобы каждый рубль был потрачен по назначению. Большое внимание было обращено правоохранителями на уголовные дела в отношении сотрудников бюджетных учреждений, да, республики. Сейчас эти уголовные дела уже находятся на разных стадиях там, предварительного следствия. Некоторые уже направлены в суд и уже даже по некоторым есть приговоры. Если систематизировать эти приговоры, эти уголовные дела, то они все возбуждены. Противодействие коррупции – это сложная и ответственная задача. Системная работа в этом направлении способствует динамичному развитию ключевых отраслей экономики. Ведь от добросовестности и порядочности ответственных лиц зависит благополучие жителей региона. Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом чане канала УТР на 21 кнопке IPTV, Мегалайфа и зеленой точке Ростелекома и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.